Медики Ивановской станции скорой помощи снова пытаются привлечь внимание к несправедливой и неправильной, по их мнению, оплате их труда. Но на этот раз крик отчаяния людей в белых халатах, обычно стихавший еще на местном уровне, прогремел на всю Россию. На адрес профсоюза действия пришло письмо от работников станции скорой помощи города Иваново, в котором указывается ряд нарушений Трудового кодекса, Конституции Российской Федерации, Административного кодекса и так далее. Вот. В связи с чем нами было составлено заявление, подготовлено это заявление и передано в Министерство здравоохранения. Напомним, еще в марте этого года министр здравоохранения обратилась ко всем медработникам с благой вестью. Поставлена задача до 2018 года зарплаты врачам повысить до 200% от средней по региону, а зарплаты медицинским сестрам повысить до 100% от средней по региону. Обо всех накладках, возникших в связи с новой системой оплаты, просила сообщать. Но ивановские врачи докричаться до верхушек власти тогда не смогли. А ведь на станции творились, по их словам, удивительные вещи. Мало того, что ты хочешь кадров, то есть они не восполняются. Особенно нехватка врачей. Очень большая нехватка врачей. Нехватка спецбригад, педиатрических бригад. Бывали смены, когда на весь город у нас работала одна педиатрическая бригада. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Работница скорой попросила нас не показывать ее лица и изменить голос, всерьез опасаясь репрессий. Печальную судьбу уволенного лидера профсоюза действия Калиманова повторять никому не хочется. По словам женщины, отток кадров связан с заработной платой на станции. У молодых специалистов она не превышает 13 тысяч рублей, то есть в два раза меньше обещанной министром цифры. Да и руководство скорой совсем не дорожит кадрами. Нашему начальству и вышестоящим органам, можно сказать, наплевать на работников. Им абсолютно все равно, как работники работают, сколько они получают, как они на это существуют. Кадр никто не ценит. Как сказали наше начальство, вы уйдете, придут другие. С вопросом о злополучном письме мы решили обратиться к начальнику департамента здравоохранения Ивановской области Михаилу Ратманову. У него на этот счет оказалось свое мнение. Довольны ли сотрудники? У нас, по-моему, жители всего мира чем-то недовольны, правильно? Ивановские сотрудники скорой помощи никакого письма не писали. Это писал блогер господин Калиманов, который сейчас живет и работает в Москве. Который раньше, когда-то, работал на Ивановской станции скорой помощи. Вот и все. Обращались, были акции, пикетирования. Только результат один. Никаких нарушений обнаружено не было. Все замечательно. Теперь разобраться, кто говорит правду, а кто лукавит, предстоит высшей медицинской инстанции. Минздрав России начал проверку жалобы ивановских врачей. Правда, гости из столицы должны быть готовы к тому, что вынести ссор из этой избы будет не так-то просто. Ивановская скорая помощь, как отдельное государство, тщательно охраняющее свои тайны. Снимать объект запрещено. Выключи камеру. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Сейчас вам будут основания.